Приветствую каждого игрока от овощи до статиста на моем канале. И сегодня у нас есть возможность насладиться реплеем на Progetto 46. Танк весьма популярный, танк хороший, на нем можно делать очень-очень нехилые настрелы. И сегодня как раз таки посмотрим на один из таких настрелов. Ну, если повезет, конечно. Ладно, начинаем мы. На карте канал, насколько я помню, она, по-моему, канал называется. Вот. И, в принципе, здесь на СТ направлении можно очень неплохо отыгрывать. Кстати, у нас есть совзводный, тоже на Progetto 46, но он не покажет себя лучшим образом, я вас уверяю. У нас имеется посредственный, достаточно посредственный ДПМ, меньше 2000. Однако, тем не менее, у нас имеется барабан с системой дозарядки. А система дозарядки — это очень-очень клевая штука. Она позволяет тебе реализовывать барабан практически в любых условиях. И мы выдаем первый шотик по Е50. Уже неплохое начало. Единственное, чего нам не хватает, так это пробитие. Было бы пробитие побольше. Ну, с другой стороны, это компенсируется голдой. Голда у Progetto, в принципе, неплохая. Переключайся на голду и отстреливай. Наш совзводный почему-то пытается уехать. На самом деле, мне кажется, стоило бы пытаться все-таки подавить вот этого леопарда с Е50. Хотя, с другой стороны, это две девятки. С девятками справиться довольно-таки сложно. Но вот отступать, как это делает наш совзводный, конечно же, я тоже считаю не совсем корректным, потому что он очень жестко подставляется под всех вот этих пацанов, и они ему сейчас будут настреливать вообще на изи. Но, с другой стороны, он уже почти уехал. То есть он может обосноваться сейчас со своим совзводным, но он почему-то решает поехать понизу. Вот это большая ошибка, потому что, во-первых, тебя могут застрелять ПТ. Вы еще не знаете, где еще одна ПТшка, где еще один ВЗ, 111, да? Также из врагов не светилась Progetto 46, вражеская Progetto, которая, скорее всего, и настреливает по нашему совзводному. Вот прилетел выстрел на 249, но значит, у него барабан, а соответственно, сейчас наш совзводный очень легко может отправиться в ангар. 231 урона прилетело ему во вторую плюху, и он все-таки уезжает. Хорошо, повезло. Нет, не уезжает, не повезло. Да, наш совзводный, к сожалению, не смог продемонстрировать хорошую игру на Progetto, но чего не скажешь о нашем герое. Он все еще держится, он все-таки никуда не отступает, он все еще пытается бодаться тут с двумя СТшками 9 уровня. И это достаточно тяжело. Но благо его прикрывает Т-30. Там Т-30 сидит на горе, и он молодец. Он будет прикрывать практически всю игру нашего героя, как раз таки от того, чтобы его забрали. Сейчас мы расстреливаем леопарда, пока они там с УВНами борются. И они не смогли победить УВНы, а наш герой смог вовремя отступить. У нас есть возможность как раз таки дозарядить два снаряда в барабане, чем и пользуется наш герой. Что похвально на самом деле. Весьма похвально, а тут у нас неожиданный сюрприз. Борщ выкатывается и как бы смотрит прямо нам в душу. Если попадет по нам, то он скорее всего пробьет, но он не стреляет. Вот сейчас по Е50 я бы на самом деле не разряжался. У нас всего один снаряд, и лучше дозарядить полный барабан, выкатиться на этого Е50 и возможно его забрать. Ну хотя нам не хватит скорее всего альфы, но тем не менее, это хотя бы какой-то шанс. Ну, может быть, и стоило бы ему одну плюшку подкинуть. Тогда бы он стал для нас шотным 100%. Ну, для нашего барабана, естественно. Но наш герой все-таки решает немножко подержать барабан, что, в принципе, я считаю правильным, абсолютно разумным решением. И тут показывается вражеская прога, которая как раз-таки застреляла нашего совзводного. Раздаем ей барабан. Очень много распыляется наш герой по вражеским танкам. То есть стоило бы пострелять, может быть, по одному сначала, потом по второму, потом уже там по третьему кому-то. А он стреляет то в одного, то во второго, то в третьего. То есть там пострелял, борща оставил шотным, здесь пострелял, оставил шотным леопарда. Теперь по Е50 там что-то покидал чуть-чуть. И вот он кидает уже по Progetto. Очень много шотных врагов остается после нашего героя. Но он не унывает, он как бы перетягивает лямку, держит барабан. Видите, Е50 не вкатывает только по одной причине. Есть Т-30. Если бы этого Т-30 не было, если бы он не прикрывал нашу спину, то мы бы уже отправились, естественно, в ангар. Благо, этот Т-30 остался. В принципе, если бы наш совзводный тоже где-то здесь тусовался, то было бы все намного проще. Они бы вдвоем выкатили на этого Е-50 и спокойно бы его забрали. Просто спокойно. И еще бы тех шотных подобрали. Но, к сожалению, что и мы имеем то, что имеем. И вот сейчас наш герой выкатывается на Е-50, пока тот раскадешился и оставляет его тоже шотным. Смотрите, три шота тусуется. Буквально вот выезжаешь, делаешь три выстрела, и все, у тебя три фрага в кармане. Интересный расклад, но у нашего героя, к сожалению, нет снаряда в барабане.
Сейчас нужно дозарядить все снаряды и потом уже выкатывать, забирать Е-50-го, Леопарда, ну и потом борщом, наверное, заняться. Дважды не пробивает Леопарда, тратит два своих снаряда, и сейчас он на полное КД выходит. То есть ему нужно откадешить полностью снаряд, а альфа Е-50 как раз 350 единиц, вот он только что кинул 374. И если он нас немножко боднет своим туловищем, то есть просто возьмет и протаранит, то он в принципе за один выстрел нас даже добирает. Очень опасная ситуация сейчас. Вот сейчас наш герой конкретно ошибся, ему нельзя было просирать столько хп, вылетела альфа 300 и 78 хп у нашего героя все-таки осталось. Причем стрельнул он в каток, это довольно-таки странно, что он смог пробить в каток, но пробил, повезло. Будем считать, что повезло, потому что я не верю, что это был прям преднамеренный выстрел, который точно должен был пройти по задумке нашего героя или остановить его на катке. Но, тем не менее, хорошо, получилось. Сзади уже закатывается Леопард, он какую-то непонятную херобору сделал. На самом деле Леопард мог просто повернуться, помочь своему Е-50, и они бы вдвоем 100% забрали бы нашего героя, а потом бы уже занялись этим несчастным Т-30. Но в итоге наш герой просто забрал этого Леопарда, помог Т-30, как тот в свою очередь помогал ему весь бой. Остается у нас М3 Йох, фуловый причем, с той стороны. Не знаю, чем он там занимался, честно говоря. Видимо, ничем. Может, где-то около точки тусил, может, еще где-то там за горой. Но, в общем, факт в том, что у него полное ХП, а у нашего героя вместе с Т-30 ХП, в общем-то, не осталось. То есть, их спокойненько забирают. Мы помним, что где-то здесь тусуется борщ, а остальных мы пока что не знаем, где они находятся. Но надеемся, что они не близко. Потому что если сейчас выкатывает какая-нибудь Проджетта, то она спокойно забирает и нашего героя, и Т-30. Без проблем, абсолютно без проблем. Сейчас наш герой все-таки выкатывает с борщом. Борщ куда-то смотрел, видимо, на Т-30. И наш герой все-таки смог его забрать, что уже радует. Потому что осталось только два врага, но неизвестно, сколько у них ХП. Ну, мы помним, что мы про где-то примерно половинку сняли. Ага, у него как раз 697. И там Йох с барабаном. В принципе, если Йох с барабаном выцеливает какого-то одного, то есть либо Вазика, либо Прогу, то он их забирает. Но посмотрите, ошибается Йох, прям конкретно ошибается. Он берет, сначала стреляет в одного, потом почему-то стреляет в другого. И получается, что он ничего не добился. Ну, то есть, его сейчас могут забрать. Ему не нужно было, опять-таки, распыляться. Но это проблема современных барабанщиков. Они почему-то стреляют по разным целям. Нужно фокусить, стрелять именно в одного врага. Если вы стреляете в одного врага, то шансов выжить у вас в разы больше, потому что ДПМ двух врагов это в два раза больше, чем ДПМ одного врага. Ну и в принципе остаются тут два шотных врага. Вазик. А нет, это не Вазик, это был Прога. Я уж подумал, Вазик перед смертью успевает забрать этого Йоха, но нет, оказалось не так, вовсе не так. И остаются, в общем-то, две Проги, друг против дружки, буквально в шотном состоянии. Но у нас еще есть прикрытие в виде Т-30, хотя тот тоже, конечно, шотный и еще далеко, и пока что едет. Прога выкатывается, ну, делает абсолютно неправильно. Ему стоило куда-то откатиться подальше, то есть попытаться спрятаться где-нибудь вот здесь за горой, я не знаю, там туда куда-то заехать, ну, в общем... Максимально спрятаться сейчас от нашего Проджета, и тогда, возможно, у него были бы шансы. Но вот так вот выкатывать в тупую и перестреливаться, нет, это не путь Проджета. Проджет это тот танк, который крыса, который выкатывается после того, как враги отстрелялись. То есть, вот какой-то такой геймплей нужно делать на Проджета. На Проджета однозначно не стоит вот так вот выкатываться и пытаться перестрелять. Да, у него были шансы, конечно, убить нашего героя, но он слишком жестко выкатился, и тут, как бы, сами понимаете, это просто банальная ошибка. И у нашего героя, соответственно, победа. Хорошо. Что у нас там получилось по дымагу? Давайте посмотрим. 3742. Ну, в принципе, дымаг не особо крупный. Могло быть и лучше, конечно. Но уничтожены 5 врагов, потому что мы оставляли всех шотными, а потом просто их тупо подобрали. Соответственно, у нас есть медаль Редли Уотерса. 5 танков все-таки уничтожено. Ну и, конечно же, воин. 4 танка, это все-таки меньше, чем 5. Также у нас есть медаль Лех Веслайхо. Боже, вы не представляете, сколько дублей я потратил для того, чтобы проговорить это. Лех Веслайхо. Боже мой. В общем, 2 фрага мы сделали, управляя средним танком. Это фраги, которые были выше уровнем. Ох. Не получайте эту медаль, ребят. И медаль мастера еще у нас тут имеется. По деньгам у нас получилось 167 тысяч, не очень уж много. Но, тем не менее, это, в принципе, хоть какой-то дорезультат. Но могло быть и лучше. Если бы мы получили еще основного калибра, было бы больше деньжат. И буквально пару слов о нашей команде. Проджета, который наш совзводный, показал себя не с лучшей стороны. Он вообще не нанес никакого урона. Т-28 Defender очень много просил о помощи. Даже не знаю, чем он там занимался. Но, в общем, видимо, куда-то закатил так, что ему налупили как следует.
Причем он сам сделал всего один результативный выстрел. Касательно остальных пацанов, ничего не могу сказать. Вот единственное, что я хочу похвалить Т-30 за то, что уверенно прикрывал нашего героя. Если бы он его не прикрывал, повторюсь, у нашего героя не было бы шансов. На него бы просто тупо вкатили и, скорее всего, забрали бы за считанные секунды. Касательно вражеской команды, Бош на какой-то хрен приперся на гору, у него нету ВНов, ему там на этой горе вообще делать нечего было. Ну, в общем, абсолютно неадекватная игра Борща, я думаю, вы все с этим согласны. Касательно остальной команды, в принципе, ничего такого сказать не могу, просто в ИЗ-то я не видел, как он играет. Прогетто играл какую-то крысу, но, в принципе, я не могу сказать, что это неправильный геймплей, но все-таки на Прогетто нужно немножко, ну, более подвижным быть, скорость какая-то имеется, вот как наш герой, скажем так, играет. Но явно не тусоваться где-то сзади, он, по сути, выполнял сейчас роль Борща, а Борщ выполнял роль вот этого Прогетто. То есть они как бы ролями поменялись, но от этого у них игра складнее не получилась, сами понимаете. Ну, а остальные, в принципе, вроде как играли. То есть даже удивительно, что наша команда победила, при условии, что по большому счету у нас играли только Т-30, Прогетто и вот этот ИС-8. Не знаю уж, где там ИС-8 играл, но скорее всего на направлении ТТ. Касательно этого Йоха, то, что я и говорил, он где-то до последнего тусовался в крысу, и вот три выстрела, которые он сделал, по сути, это весь его урон. То есть, если отнять у него последние 900 урона, то он сделал 400. Копейки. Ах да, ну и статистика нашего героя, давайте посмотрим, 54% на 6700 боев. Игрок начинающий, но я думаю, у него есть все шансы улучшить свою статистику. Ну и в общем-то, я думаю, все. С вами был Зав, подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем свои реплеи в рубрику «Критика реплеи», все ссылки есть в описании. Ну и на сегодня я с вами прощаюсь, всем спасибо и всем пока.